Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Лайф Таро Надежда. У меня на столе Таро «Темный особняк». И мы сегодня посмотрим его чувства к вам сейчас. То, что есть на самом деле. Да? Вот всю правду, какая она есть и какая бы она ни была, мы сегодня посмотрим. Не забывайте про ТикТок, Яндекс, Дзен и Телеграм. Ссылки в описании под видео. И в прикрепленном комментарии на ТикТок тоже. Благодаря VPN я научилась выкладывать ролики. Спасибо людям, которые делают такие ролики, показывая, как это можно сделать. Не сразу получилось, но тем не менее. Поэтому в ТикТоке вы тоже сможете увидеть новые короткие видео. Не забывайте о необходимости VPN на всякий случай. Я об этом говорю из видео в видео. И также о поддержке всех блогеров, которых вы любите смотреть. Это лайки, это подписки, это комментарии. Очень важно. Просто поставьте видео на паузу, поставьте лайк, напишите комментарий. Напишите несколько. Это будет вдвойне, втройне лучше. И заранее вам за это большое-большое спасибо. Чувства. Что в этих чувствах? На сегодняшний день. Что происходит? Мы будем смотреть чувства, весь спектр. Потому что чувства бывают разные. Не только любит, не любит. Может быть, обида – это тоже чувство. Может быть, желание с вами поговорить. И это тоже чувство из души. Поэтому все, что будет там происходить, все я вам обязательно расскажу. Располагайтесь поудобнее. Загадывайте своего человека. Представьте его. Ну и давайте начнем смотреть сигнификация. Что происходит на данный момент? Ничего здесь не происходит. Вплоть до того, что кажется, что и любовь, и все те чувства, которые были между вами, куда-то ушли. Больше потерю чувств, ну и, конечно, и страдания по этому поводу здесь испытывает женщина. Потому что она чувствовала себя любимой. И она была любящей. И то внутреннее ощущение, которое в ней сейчас, как будто бы большая потеря для нее. Тяжело она все это воспринимает. И сейчас она считает, что любовь для нее, да, которая была с этим мужчиной, оказалась тяжким испытанием. То, что женщина здесь искренне, откровенно любила мужчину, это, конечно, факт. С этим я не поспорю. А вы, мужчине, были по-своему дороги. Вы для него были ценность, драгоценность, вот моя прелесть. Он боялся вас лишний раз упустить из виду. Он боялся, что вдруг вы где-то с кем-то познакомитесь, с кем-то начнете общаться за его спиной. Он боялся, что он вдруг обнаружит, что он не является человеком номер один в вашей голове. И здесь, знаете, вот такое вот нездоровое желание владеть человеком, когда ты хочешь забраться ему под кожу, ты хочешь жить в его голове, в его душе, в его мыслях, знать все тайны, знать, как он проводит время 24/7. Это ему очень важно было, потому что потерять вас в определенный момент жизни, это было... самая страшная перспектива, которая могла его ждать. Чувство здесь, но здесь чувство такого собственника. Чувство собственника. Ну, конечно, королева кубков, естественно, когда такой архетип женщины приходит в жизнь мужчины, ты действительно понимаешь, что тебе повезло, и ты должен это оберегать, охранять. Ты должен бояться потерять. Его мысли о вас на данный момент, что вы ушли, мысли, что вы его бросили, вы его покинули. Ушли в никуда, вот на самом деле, по его мнению. Он не считает, что вы сможете быть по-настоящему с кем-то счастливой. Он реально верит в то, что никто вас больше не будет любить так, как любил он. И он реально считает, что счастье своего вы не обретете. Но ему, во всяком случае, очень сильно этого хотелось бы.
И опять же в мыслях вы. Но здесь мысль такая, как бы сделать так, чтобы она снова была от меня зависима. Как сделать так, чтобы все ее внимание было приковано ко мне. Чтобы она испытывала страх, что она меня может лишиться. Девочки, огромное желание, чтобы вы никуда не делись. И чтобы он всегда, знаете, вот как вот новорожденного, да, куда положил, там и нашел. Вот он точно так же хотел бы, чтобы вот где он вас оставил, там он вас всегда смог найти. И чтобы он нашел вас одну, чтобы не было там никакого рядом другого чужого мужчины. Большой-большой эгоист ваш мужчина. Ну и манипулятор. Манипуляции здесь, опять же, связаны с одной главной темой, что страх потерять вас, поэтому здесь угрозы, поэтому здесь могут быть какие-то вот такие вот ловушки из обмана, из вранья. Мог рассказывать о себе небылицы, мог говорить вам о несуществующих вещах, мог строить огромнейшие воздушные замки, чтобы вы в это верили, чтобы вы это хотели, и чтобы вы это боялись потерять. Что он на самом деле хочет от вас сейчас? Вот этот вот вопрос. Чтобы вы раскаялись и чтобы вы ощутили чувство потери. Вот видите, все с этим и связано. Он хочет, чтобы вы уже начали сейчас сильно жалеть, что отношения с ним не складываются, отношения расстраиваются. Чтобы ничего вам не было интересно, ни ваша жизнь, ни новые знакомства, ни работа. Чтобы у вас была не жизнь, а тоска. И тоска по одной простой причине, что вы когда-то от этого мужчины отказались, что когда-то вы от этого, что вы этого мужчину бросили. Он также хотел бы, чтобы вы никого к себе не подпускали, никаких новых мужчин, да, чтобы вам не было возможности на кого-то отвлечься и перенести все свои эмоции совсем в другую плоскость. Вот она одна, вот она сидит, ей ничего не нужно, она все, уйдите, не трогайте меня, ничего не хочу, никуда не хочу, я жалею, я такая-сякая дура, да, я такая дура, да, что ж я сделала, плачущая здесь женщина, так, наверное, будет видно, рыдает. И женщина рыдает, и он хотел бы, чтобы вы также рыдали о нем. Ну и давайте посмотрим всю правду о его чувствах к вам сейчас, в тот момент, в который вы смотрите это видео, открыли его. А ведь до сих пор чувства есть, ведь король-то кубков. Я хочу сказать, что ваши чувства были взаимные. Если вы сомневаетесь в том, что мужчина был когда-то неискренен, да, говорил какие-то выдуманные слова, что он вас любит, что он без вас не может. Нет, мои хорошие, это все было правда, это все было по-настоящему. И здесь чувства у него остались до сих пор, они никуда не делись. Причем они даже особо-то не изменились. Да? Есть определенные факторы сейчас, которые так или иначе влияют на его ощущения по отношению к вам, есть такое, но ему удается как-то, знаете, вот выдерживать баланс для того, чтобы никуда чувства не делись. Он, кстати, еще верит, что в будущем вы еще придете к нему. Но это, видите, из пожеланий того, чтобы вы потеряли вкус жизни, потеряли ориентиры, чтобы вы раскаялись и очень сильно начали жалеть. А естественно, если человек жалеет, что он что-то сделал, он будет искать возможность это наладить, там, возобновить, восстановить. Поэтому очень искренне здесь в душе чувствует, что в будущем вы так или иначе как-то обратитесь к нему с помощью, может быть, с каким-то вопросом, который он может вам помочь прояснить, с каким-то предложением. Себя он, конечно, здесь тоже любит. И что здесь чувство еще какое? Вы задели его за живое, наступили на больную мозоль. Сделали так, чтобы он почувствовал себя
неловко, не в своей тарелке. Порой вам хватало даже одной фразы, чтобы больно резануть по больным местам. Но вы знаете, что больные люди, любящие люди могут причинить очень сильную боль своим любимым, потому что они знают, куда бить. Вот это тот самый случай. Вы знали, в какую точку ударить, и вы достигли своей собственной цели. Здесь есть одна глобальная ошибка, которую, по его мнению, вы совершили. Но это был глобальный, очень точечный удар, который он будет помнить очень-очень долго. Вот зацепили, вот поддели то, что не должны были делать. Какую-то рану здесь в его душе вы оставили. Даже комплекс вы ему поселили. Развивается комплекс. Что вы такое сделали ему, что здесь мужчина? Он об этом думает постоянно, он это вспоминает. Вы мало того, что очень сильно его задели и обидели, так видите, вы еще сделали так, чтобы теперь это он помнил долго, он этого стеснялся, чтобы он это прятал. Ну вот комплекс. Новый комплекс. Поэтому если вы действительно ставили своей целью унизить человека, поверьте, вам это удалось на все 100%. С ювелирной точностью вы своими руками сотворили болезнь. Ну, вот посмотрите, все здесь какие карты. Король мечей, луна, туз мечей, десятка мечей. Просто убили и уничтожили. Чувство боли. А знаете, почему он испытывает такую сильную боль? А боль очень-очень сильная. Потому что чувства остались. И ты не понимаешь теперь, как тебе жить. Ты испытываешь любовь к человеку, но ты в то же время испытываешь огромную боль, которую тебе доставил тот же человек, которого ты любишь. И ты никак не можешь выбросить это из головы, как бы ты ни старался. Ощущение вот вбитого кола внутри тебя. Ты его можешь игнорировать, можешь стараться не замечать. Но он есть в тебе. Он постоянно вспоминает, прокручивает этот разговор, там, эту фразу. Или, возможно, это была какая-то реплика из текста. И это вот просто въелось в него такими вот рубцами, в его память. Очень сильно, очень больно. От этого ощущения не избавишься. Два таких вот смежных чувства. Вот, опять же, да, почему он хотел бы, чтобы вы пожалели? Да? Почему он хотел бы, чтобы вы стали несчастной без него? Да, тоже желание некое или пожелание, чтобы вы испытали то, что испытывает он. И опять же, что вам никто не нужен, вы никого не подпускаете, но вы понимаете, что без этого человека вам плохо, и, соответственно, вы в будущем делаете шаг по отношению к нему. Я представляю, что если вы шаг делаете, сколько, я не знаю, там, часов, дней, недель вам придется вымаливать прощение у этого обидчивого или обиженного. Но быстро здесь он снова не откроет вам душу. Вам придется, если есть такое желание, завоевывать его расположение абсолютно с нуля. Его чувства. И девятка здесь мечей. Да, девочки, вы постарались здесь. Вы действительно сделали с этим человеком что-то такое, что он никогда не забудет. Такое ощущение, что тебя внутри переломали и еще и потоптались сверху, да, вот для закрепления результата. Я думаю, мы на этом, девочки, с вами и остановимся, потому что здесь любовь одновременно с болью, которая родила новый комплекс в этом человеке. Если
это была действительно цель, как я уже сказала, то браво, я вас поздравляю здесь с ювелирной точностью. Вы здесь сделали. Если вы этого не хотели, но у вас есть обида на человека, поверьте, здесь вы отомстили за саму себя. Потому что те эмоции, которые параллельно с любовью, да, с чувствами, с желанием увидеть вас, вернувшиеся к нему, а с другой стороны печаль, страх, страдания. Вот, это, конечно, такая вот гремучая смесь. Я думаю, что этот человек либо на успокоительных сидит, либо на алкоголе. Здесь одно из двух. Может быть, конечно, и два в одном, но в том случае, если человек позволяет себе алкоголь. Там есть же и зожники, да, есть те, кому здоровье не позволяет, там, или закодированные. Вот здесь вот ситуация, когда нужно себя стабилизировать и на что-то отвлечься. Давайте мы еще с вами посмотрим все мысли его обо всем происходящем, о том, что он видит вокруг, и о вас, в частности. Это будет вот здесь вот. Это не ссылка будет, а это прямоугольничек, в котором вы увидите видео. Называется «Конечная заставка». В центре здесь кружочек. Если вы на него нажмете, вы увидите надпись «Подписаться». Вы сможете подписаться на мой канал. Так, те, кто спрашивает, я не вижу ссылки. Она есть. Да? Нажимайте и переходите. А знаю, что у большинства с этим проблем нет, но иногда бывает, и те, кто не видит, вот, возможно, просто ожидают это в каком-то ином виде. Вот, а оно просто всего лишь в виде окна с превью. Не забывайте лайки, пожалуйста, не скупитесь. Поставьте на паузу. Поставьте видео на паузу. Поставьте лайк. Оставьте комментарий. Подпишитесь, если не подписаны. И также на все другие каналы, которые вы смотрите и хотите поддержать авторов. А я с вами надолго не прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока.